«Стрела на память». Такой необычный подарок воспитанникам Звенигородского детского сада преподнес чемпион мира по лучной стрельбе Михаил Диктованный. Свои уроки доброты в нашем округе он проводит регулярно. Они призваны научить детей лучше понимать и принимать людей с ограниченными возможностями, быть добрее и терпимее к окружающему миру. Наши ребята должны знать, что рядом с ними такие люди есть, они нуждаются в их поддержке, и нужно делать все, чтобы мы жили, ну, в таком, знаете, вот как наше национальное сочувствовать, сопереживать и помогать. Вот это, я думаю, наша национальная такая духовная традиция, которую мы должны, ну, как бы тоже через вот такие уроки доброты детям обязательно доносить. Дети приняли паралимпийца тепло и душевно, с большим любопытством наблюдали, как он прямо на их глазах собрал свой блочный лук, с которым побеждал на разных международных соревнованиях. Внимательно рассматривали стрелы и чемпионские награды. На собственном примере спортсмен попытался донести до ребят, как важен спорт и вера в свои силы и безграничные возможности, несмотря ни на что. Не верил, что чего-то смогу добиться, я даже не верил, что я с 3 метров в щит буду попадать, это вообще было. Но как-то вот так все пошло, призер чемпионата России, потом призер всероссийских турниров. И тоже, когда человек с инвалидностью начинает биться наравне со здоровой сборной, со здоровыми спортсменами, это тоже как бы и работа даже над собственным комплексом. Михаил говорит, что попал в большой спорт случайно. Встретились люди, которые помогли. И вот перед нами победитель многочисленных кубков, мировых и российских чемпионатов и турниров. Но ребятам он скромно признался, что чемпионом стал, потому что слушался своих родителей. Михаил также предостерег детей от опасностей, которые могут поджидать их в обычной повседневной жизни. Надо очень осторожно себя вести на улице, не выбегать на дорогу. Даже когда в водоемах где-то, без взрослых нельзя лезть в воду, чтобы никак себе не повредить. И осторожно быть, даже на дворовых территориях, катаясь на велосипеде, смотреть по сторонам. В завершении встречи дети преподнесли гостю подарок – картину из сладостей, сделанную своими руками. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».